Творение этих ребят можно назвать настоящим артхаусом. В небольшом видео они без слов рассказывают о дружбе, доверии и взаимовыручке. Пользователи интернета такой способ самовыражения одобряют. Ребятам респект. Они в этом фильме показали всю суть происходящего. Вместе мы преодолеем любое испытание. Следующая короткометражка напоминает больше индийское кино. Герои облачаются в защитные маски и перчатки и, конечно, танцуют. Защитные маски оренбуржцы надевают и своих питомцев. Причем у пользователей интернета фотографии животных вызывают куда больше внимания. А вот девушка из Орска решает заняться экстремальными видами спорта. Правда, в режиме самоизоляции пришлось обойтись без снежных склонов и морских волн.